Ce-ați spus că raportul meu e cam un pic banal. Relațiile română-ruse niciodată n-au făcut parte din... Nu făceau parte din studiile mele științifice. De acest caz am încercat să găsesc o temă care va fi interesată și românilor, cum îmi părea mie, și rușilor. De aceea am luat o temă de zi, fiecare zi, a basarabenilor, în vara 1914, în legătură cu știi nouățețile din Europa. Бессарабское общество и местная пресса 1914 года. Ощущение надвигающейся катастрофы. Летом 1914 года начиналось для жителей Кишинева с приятных новостей, среди которых была и новость о прибытии в Кишинев 16 июня императора Николая II. Приезду императора в Кишинев предшествовал визит царской семьи в Констанции, где 14 июня состоялась встреча с королем Карлом I и его семьей. По мнению министра иностранных дел Румынии Парумбару, цитата, визит императорской фамилии вызвал в румынском народе одни лишь чувства живейшей симпатии и признательности. Россия, сказал министр, наша могущественная соседка, неоднократно помогавшая нам в борьбе за независимость. Поэтому мы можем лишь радоваться, видя, что добрые отношения, существующие как между обоими царствующими домами, так и между обоими народами, становятся все более тесными. Оценка по Румбару русско-румынских отношений получила самые лестные отзывы в российской прессе, в том числе и саратовской. Примечательно, что эти слова приводились на тех же страницах, на которых обсуждался запланированный на август 1914 года визит Вильгельма II в Бухарест. В связи с этим приводились недружественные высказывания немецких газет о политике России на Балканах. Авторы публикации настойчиво предостерегали Румынию от сближения с Россией, которая якобы стремилась сделать Балканы своей сатрапией. Поводом для приезда Николая II стало торжественное открытие в Кишиневе 3 июня памятника Александру I. Разрешение на это сооружение было получено от верховных властей России 22 ноября 2011 года. Лишь после этого на его возведение начался сбор добровольных пожертвований от жителей Бессарабии, которые составили более 100 тысяч рублей. Автором будущего монумента стал известный итальянский скульптор Ксименес. Хотя памятник был достойным украшением города, судьба его оказалась печальной. Он был разрушен в 1918 году. В городе по случаю приезда Николая II царило бурное оживление. Еще за несколько дней до прибытия императора в Кишинев поездом доставили царскую конюшню, которая вызвала невероятный интерес горожан. Расположенные в помещениях кишиневской пожарной охраны, царские экипажи стали предметом пристального внимания городских жителей. Они просто толпу шли в пожарную часть. С интересом они наблюдали и за ходом подготовки встречи высоких гостей. 30 мая около 7 часов утра по Александровской улице были расставлены шпалерами войска местного гарнизона для репетиции предстоящих торжеств. Несмотря на раннее время, многие горожане пришли посмотреть на это мероприятие. В ожидании многочисленных гостей владельцы гостиниц резко взвели цены за проживание в различных номерах. До 8 рублей в обыкновенных отелях и до 20 рублей там, где предполагалось шествие церемонии приезда императора. Примечательно, что помимо непосредственно встречающих императорскую фамилию участников открытия памятника Александру I, число которых было весьма велико, городские власти получили еще 19 тысяч прошений от жителя Кишинева
направо пропуска в места пребывания высоких особ. Только 13 июня было выдано 3700 подобных билетов для публики. Определенный интерес придавало событиям тех дней и пресса. Несмотря на то, что в центре города 16 июня было все оцеплено народной охраной, разносчикам газет все же удавалось проникнуть толщу толпы для их распространения. 10 часам практически не оставалось ни одной нераспроданной газеты. Жители города с охотой покупали их по 10, по 15 копеек при ее стоимости 5 копеек газета или по 5 при стоимости в 1 копейку. В целом, торжества прошли без особых происшествий. Были лишь несколько недоразумений. В частности, не смогла вовремя прибыть к торжествам семья исполняющего должность городского головы Гудевича, хотя она имела пригласительный билет, но охрана ее не пропустила, сочтет, что что-то не в порядке. Конфуз случился и в городской думе, где давали торжественный обед. Из-за отсутствия столовых приборов, то есть заказали обед на 200 персон, а инструмента, столовых приборов не заказали, поэтому пришлось ждать более 2 часов, чтобы доставили приборы к столу. Отметим, что за порядком в городе следили не только местная полиция, но и классные чины полиции из Петербурга. Они накануне приехали в город, заняли целый квартал, расположившись в частных домах. Квартал был оцеплен, куда не пускали никого, кроме живущих в этих домах людей. Город был разделен на сектора, и полицейские чины ходили из дома в дом, проверяя документы у всех проживающих. У тех, у кого документы были не в порядке, они либо советовали покинуть на время, либо настаивали на том, чтобы они вообще немедленно уехали. Кроме того, охрана была пополнена еще, с одной стороны, чиновниками и священниками из всех селений Бессарабии. В частности, в народную охрану вошли более 4000 священников, которые должны были следить за правопорядком в Кишиневе во время приезда Николая II. Организационными работами занимался сам товарищ министр внутренних дел Джунковский. В город приехал не только он, но и большая свита, и в частности Сазонов, посол Румынии в России Диамандини и ряд других очень известных лиц того времени. Резкое для Кишинева событие прошло в исключительно торжественной обстановке. 3 июня государь-император и государня-императрица Бессарабская жизнь наследником царевичем и августейшими дочерьми в 9:30 утра изволили прибыть в город Кишинев. Уже с рассветом толпа желающих увидеть царствующую особу потянулась к Александровской улице, чтобы пораньше занять удобные места для обозрения процессии. Этот визит очень подробно был освещен в местных газетах и в центральных. Помимо описания торжественной сцены встречи императора с триминальным маршем военного корабля и прочими мероприятиями, в прессе приводились добрые слова Николая II о самой Бессарабии. Цитата. «В течение 100 лет Бессарабия действительно показала, что она сердцем крепко привязана к России, воодушевлена русскими чувствами. Пью от души за бессарабское дворянство и за всю бессарабскую землю». В тот же день Николай II отбыл царское село и останавливаясь на крупных станциях для встречи со своими внуками. Последующие недели не были отмечены в губернии сколь-нибудь значительными событиями. Все шло своим чередом. Главным образом осужались текущие дела, в частности экономические. Предшествующие годы были не очень удачны в экономическом отношении. Низкий урожай сильно отразился на деловую активность губернии. Сомнение, что текущий год окажется куда более благоприятным, чем предшествующие. Таким образом, вести об убийстве эрцгерцога Фердинанда стали поводом к новой дискуссии в Бессарабии. В прессе в значительной степени обсуждались причины и мотивы преступления, приводились подробности произошедшей трагедии, и почти ничего не говорилось о возможных последствиях для Европы.
Если речь шла о предстоящих переменах, то только о тех, которые касались внутренней политики империи. Примечательно, что бессарабское общество и пресса очень сочувственно относилась к жертве Гаврилии, осудив поступок Гавриила Принципа. Возможно, по этой причине в первые дни после убийства в Сараево не было разговоров о возможной войне. Говорили о пламенной речи премьер-министра Братиану в Нижней Палате, который с глубоким негодованием осуждал покушение против наследника австро-венгерского престола и его супруги. Говорили в отношении герцога к румынскому народу, в частности, ну, цитата, «покойный Франц Фердинанд», писала «Бессарабская жизнь» 19 июня, ну, по старому стилю, «хорошо известен своей особой симпатией к румынам. Он пользовался всяким случаем, чтобы высказать свой особый интерес к культурной жизни и политике румын. Лишь недели две тому назад Франц Фердинанд, принимая бывшего румынского военного атташе в Вене, полковника Иеремия, выразил ему свое благоволение и свои лучшие чувства к румынам». Об этом писала бессарабская пресса. Словом, трагедия в Сараево не стала в первое время причиной напряжения в обществе. Беспокоили лишь не прекращающиеся погромы, преследования сербов и в пределах Австро-Венгрии. Особенно возмущало бессарабцев разгром дома сербского митрополита и неспособность властей хоть как-то защитить хотя бы такие персоны. По мере обострения сербско-австрийских отношений усилилась и тревога в Бессарабии. Стала меняться тональность отношений к жертве покушения. Если в первое время все говорили о хороших качествах этого человека, то в последующие дни тональность изменилась. Характеристика политических взглядов и человеческих качеств арцегерцога с каждым днем обретала все более негативные черты. Если в первые дни говорили о достоинствах, как я уже говорил, то неделю спустя все более о его консерватизме, нетерпимости и прочих отрицательных качествах. Зрело ясное осознание возможности военного конфликта между Австрией и Сербией. При этом в первые недели в процессе в прессе и общественных кругах речь не шла о общеевропейской войне. Первые признаки непреодолимости конфликта появились спустя неделю после убийства эрцгерцога. В частности, 10 июля в газете «Бессарабская жизнь» появилась статья с громким названием «Перелом и воинствующая Австрия», в которой отмечались угрозы Вены не только в адрес Сербии, но и России. Вместе с тем, в общественных кругах многие надеялись, что Германия не позволит австрийской партии войны во главе с министром иностранных дел графом Бергтольбом развязать войну против Сербии. Отрицательное отношение, цитата, берлинских дипломатов к воинственным выступлениям графа Бетхольда, писала «Бессарабская жизнь», несколько разрядило сгущающуюся атмосферу, заставив венскую дипломатию подумать над своими решениями, раньше, чем привести их в исполнение. Многие еще полагали, что продолжение курса на военный конфликт с Сербией приведет Австрию к полной изоляции. Неоправданно высоко была оценка возможностей пацифистских кругов Австрии, которая, по мнению публики, могла все-таки успокоить настроение политической элиты Австрии. Отметим, что внешнеполитические события конца июня отчасти были отодвинуты на задний план сообщениями о прибытии в Кишинев назначенного еще 2 апреля 1914 года главой местной епархии архиепископа Платона. Эта тема была широко обсуждалась широко в обществе и стала предметом нескольких дней бурных обсуждений. Никто не знал личные качества этого человека, и для многих он, в общем-то, был тероинкогнито, незнакомым лицом. Широкие круги молдаван в губернии питали надежду, что новый владыка с большим вниманием отнесется к национальным интересам титульной нации края. Принятая архиепископом молдавская депутация обратилась к нему с просьбой
способствует распространению в школах и церквях писания родного языка, а также просили поддержать различные культурные мероприятия. Архиепископ Платон с пониманием выслушал просьбу депутации, отметив крайнюю важность использования языка для регионно-нравственного воспитания жителей края и поднятия его культурного уровня. При этом владыка призвал молдавскую интеллигенцию оказать ему в этом деле всяческое содействие. Отношение владыки к национальным нуждам молдаван активно обсуждалось в культурной среде Бессарабии. Таким образом, в отмеченные дни интерес жителей Бессарабии к внутренним делам губернии был куда более значительным, нежели к зарубежным новостям, которые в начале июня не носили в их понимании катастрофического оттенка. Так, 15 июля в местной прессе появилась первая публикация, дававшая повод надеяться на преодоление кризиса. В частности, в «Бессарабской жизни» была опубликована статья под громким названием «Отбой». «Австрийцы бьют отбой по всему фронту», писала эта газета, «пангемаринских позиций». Рептильная печать, извините, писал автор, умерла, умерила свой пыл, и военно-клирикальные авантюристы перешли от угроз по адресу Сербии и России к выяснению создавшегося положения вещей внутри империи. Только что была надежда, что ситуация все-таки успокоится. К этому времени до Бессарабии дошли вести, что 12 июля 2014 года было совершено покушение на жизнь Григория Распутина. Эта новость стала новым поводом для дискуссий в обществе, тем более, что жизнь его практически висела на волоске, удар был нанесен в живот, в жизненно важные органы, и многие полагали, что Григорий Распутин должен скончаться. Все обсуждали, умрет или не умрет, выживет или не выживет. Новую пищу для светских бесед дал приезд в России 8 июня президента Франции Пуанкаре. Большинство газетных статей о визите французского гостя были пропитаны надежда на мирный исход сараевского кризиса, хотя слово «война» тоже активно использовалось авторами публикации. Усилив военную помощь, цитата, готовые к войне Россия, Франция и Англия легче смогут работать в пользу мира, писала французская газета «Темп». Вооруженный союз – оплот французской свободы, европейского мира. Не его рискованные авантюры опасны для демократии и отечества. Перечисленные выше события существенно снижали остроту общественного напряжения, не давая страху проникать глубоко в сознание людей. Однако 24 июня общественное напряжение вновь усилилось. Это настроение выразило уже упомянутая газета «Бессарабская жизнь», опубликовав статью с кричащим названием «Паника». Отметим, что местная пресса ярко отражала умонастроение бессарабского общества, которое с начала второй декады июля все острее ощущало приближающуюся катастрофу. Новую порцию страха жители губернии получили 26 июля, ознакомившись с местной прессой, в которых рассказывались о словесной ноте автора имперского посланника в Белграде, жесткими требованиями к Сербии и самим ультиматумом. Заявление правительства России давало понять, что оно выступит в защиту Сербии. Цитата. «Правительство зорко следит за развитием сербско-австрийского столкновения, которое Россия не может оставаться равнодушной», писала пресса Калугина. По словам местной прессы, действия Австро-Венгрии так неожиданно, категорично и решительно ставили перед Европой роковой вопрос, на который также неожиданно мог последовать ответ – война или мир. И впрямь, все предыдущие дни с момента убийства эрцгерцога страны Европы, рассматривая возможность варианта разрешения кризиса, почти не допускали возможность возникновения общей европейской войны. Ультиматум Австро-Венгрии Сербии в значительной степени стали неожиданным фактом для живущих в губернии жителей. Впрочем, во всех европейских странах можно было найти круги, одержимые войной. В России одним из рупором таких кругов была газета «Земщина», которая по местному выражению бессарабской жизни все время жаждала крови. Но партии войны во всех странах были
в меньшинстве. Нет сомнения, что страх перед началом войны в Бессарабии усиливалось правительственными распоряжениями. После 26 июля почти во всех номерах бессарабских губернских ведомостях печатались запретительные распоряжения властей. Первое такое распоряжение вводило цензурные ограничения на публикации сведений о военных и военно-морских частях, отношения коих в печати воспрещались. На основании статьи 1 2 тома законов Российской империи, 18, который вышел 18 июля 1912 года. Согласно уложению о наказании Российской империи виновных в публичных отношениях и распространении посредством печати сведений, касающихся внешней безопасности страны, ее вооруженных сил и сооружений, предназначенных для военной обороны, подвергались заключению в тюрьму на время 2 до 8 месяцев. Поэтому большая часть прессы подобные сведения не давала. И вообще сведения о военном деле практически летом 2014 года в прессе никак не отражено. Видимо, попытки подобные были, но газеты выходили с купюрами, белыми полосами, вырезанными цензурой. Наконец, с 31 июля на территории Бессарабской губернии вводится военное положение, что еще более ужесточило цензуру. В этих условиях разговоры о войне обрели всеобщий характер в самой публике, говорили о соотношениях сил и о позиции отдельных стран в предстоящем конфликте. Обсуждали союзнические обязательства Франции и Англии перед Россией. Жители Бессарабии особенно волновала позиция Румынии в возможной войне. Часть из них предполагала, что Румыния недолюбливая Россию, а потому получив обещание от Австрии присоединить к ней Бессарабию и даже часть Херсонской губернии, без промедления совершит военную прогулку в Южную Сербию. Цитата. Вопреки этим ожиданиям, Румыния, однако, поддержала Сербию, хотя и сохраняла временный нейтралитет. Патриотические чувства очень быстро охватили городскую среду в Бессарабии, не только главного города, но и район, уезд. 29 июля в Кишиневе толпа молодежи, преимущественно учащиеся, потребовала от игравшего в городском саду оркестра исполнить гимн «Боже, царь охрани», сопровождая его криками «Ура!». Возбужденная молодежь и многие посетители сада совместно с прохожими числом около нескольких сот человек с национальными флагами направились к памятнику Александру Первому, где устроили патриотический митинг. Толпа скандировала «Да здравствует Сербия! Живи, Сербии!» и «Долой, Австрия!». С трудом полиции удалось рассеять кричащую толпу. Примечательно, что после объявления Германии войны из Румынии в Бессарабию приходили вести, что во многих городах чуть ли не ежедневно проходили подобные же демонстрации. Ну, во всяком случае, так писала пресса. Итак, писала кишиневская пресса 31 июля, жребий брошен. То, что вчера еще казалось гадательным и предварительным, сегодня представляется уже неотразимым фактом. Грозным и ужасающим. Война объявлена. Наибольшее оживление в те дни наблюдались на городских железнодорожных станциях, где шла погрузка призванных в армию. При этом в рядах уезжающих на войну царили веселье и радость, а провожающие часто пребывали в унынии и скорби. На вокзале творится нечто невероятное, писал корреспондент газеты «Голос» Кишинев. Каждый раз отправляют эшелоны с войсками. Солдаты идут по улице вперемешку с женами и детьми. И когда их усаживают в вагоны, поднимается плач и вой. После объявления Германии войны России жизнь в губернии стала быстро меняться. На фоне высокого патриотизма наблюдались растерянность и паника. Большое число вкладчиков местных банков бросилось изымать свои средства. В конторе Государственного банка в отделении коммерческих банков по утрам собирались толпы вкладчиков, требуя возвращения денег.
Среди толпы было много тех, кто должен был уйти в действующую армию. Многие призывники, имеющие вклад в сберегательных кассах казначействах или в почтово-телеграфных конторах, переводили свои сбережения на имена своих родственников, боясь не вернуться с войны. На городских рынках падали цены на местные фрукты и овощи. Лишенные возможности вывозить эти товары в Австрию, потому как очень много туда вывозилось, цены резко упали. В то же время росли цены на потребительские товары. К концу первой недели войны сахар подорожал на 80 копеек за пуд, чай на 45 копеек за килограмм. Портные, лавочники, мясники и прочие торговцы стали требовать от своих клиентов оплату долгов, отказываться предоставлять услуги и кредиты. Были случаи, когда владельцы мелких учреждений увольняли часть персонала и снижали жалования оставшимся служащим в ожидании экономических потрясений. В ожидании раненых в Кишиневе стали готовить и специализированные учреждения, в частности, госпиталя. Первый госпиталь был открыт в первые же дни после начала войны. Но первый эшелон с ранеными пришел только 7 октября 1914 года. До этого раненых не привозили, а если и привозили, то главным образом офицеров, которые пребывали в одиночном порядке. Так что только с приходом раненых в Бессарабии окончательно сложилось впечатление, что война действительно уже идет, и грядут неприятные последствия всех этих событий, которые разворачивались в 1914 году. Спасибо за внимание. Mulțumesc foarte mult, domnul profesor, și toți cei care v-au ascultat apreciază calitatea deosebită a expunerii dumneavoastră, poate mai mult cu toate cele elemente pe care ați avut privilegiul să le studiați, noi mai puțin, în orice caz, să înțelegem foarte bine atmosfera care domnea în Basarabia după relatările presei, atmosfera pragul războiului, în timpul, după declanșarea războiului și mă gândeam acum cât de mare trebuie să fie răspunderea politicienilor care cu foarte multă ușurință aruncă popoarele propriilor țări în această catastrofă. E foarte simplu ca după aceea să justifici. Părerea mea este că mai putem trage învățăminte și din lecțiile triste ale trecutului. Vă mulțumesc foarte mult. Vă propun să luăm o pauză de 10 minute de cafea. Revenim cu... Pot să fac această expunere, pentru că și eu trebuie să mai trag pe atunci, dacă se poate, de dragul domnului Natalia, poftiți. Da?